Это балансировочный станок колес для того, чтобы как раз избежать, почему он важен, еще раз повторимся, избегаем разрушения подвески. Первое, что выходит из строя при неправильном дисбалансе колес, это подшипники ступиц. Далее идет разрушение деталей подвески, рулевые тяги и так далее. Грузиками, непосредственно вот этими на литых дисках, выводится дисбаланс колеса в нулевую степень. Это значит, что колесо нормальное.